Чтобы сделать Самару еще привлекательнее, нужны новые идеи, уверены самарские дизайнеры и архитекторы. В университетах уже работают над цветовой картой города. Планируют раскрасить фасады зданий в определенные цвета и тем самым изменить облик Самары. Не забывают и про озеленение. Продумывают проекты украшения бульваров и скверов. Сейчас уже разработали проект реконструкции парка «Молодежный». Очень интересные современные подходы приняты к тому, чтобы сделать в этом парке два парка, по сути дела. Мы делаем там парк скульптур в рамках этого парка и делаем еще так называемый парк на воде. Это очень интересная история, которая должна привлечь население города, молодежь. Чтобы туристам было комфортнее путешествовать по области во время чемпионата мира по футболу, ученые Самарского архитектурно-строительного университета предлагают организовать автокемпинги. Временные сооружения для путешественников давно используются в европейских странах, могут прижиться и у нас. Кемпинги требуют малых материальных затрат и очень мобильные. Суть нашего предложения, следующий слайд, это создать на базе лагеря строитель, такой модельный автокемпинг, который позволил бы принимать большое количество именно самостоятельно передвигающихся туристов. Архитекторы предлагают разместить на территории города и инфобоксы. Это небольшие павильоны, внутри которых будет размещена информация о матчах чемпионата мира. В то же время можно подойти с планшетом и найти любую информацию по той теме, которая как бы будет. А у нас тема чемпионат мира по футболу, значит, там можно это будет найти по командам, по как бы срокам, по встречам, по результатам и так далее. Информация, которую там можно почерпнуть, она будет несоизмерима как бы с теми экспонатами, которые можно выставить на ограниченном пространстве. Идея хорошая, надо ее попробовать реализовать. Планируется, что несколько инфобоксов установят на площади Куйбышева. Лариса Шлафаст, Максим Гусев, события.